Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Амангелді Джахин, член оргкомитета оппозиционной полицейской партии «Алға Қазақстан». Кровавые январские события в Казахстане, которые произошли в этом году, начинались с необоснованного повышения цены на газ. Цена на газ взлетела до 150 тенге в некоторых регионах, в частности у нас в поселке. Помните первые отговорки чиновников на требование забастовщиков снизить цену хотя бы на 30%? Они говорили, что это невозможно и нереально. Я это говорю к тому, что все знали, что народ – это сила. Если народ сплотится, то невозможное становится возможным, нереальное становится реальным. Несмотря на то, что Казахстан является одним из самых крупнейших экспортеров природного газа, газифицированность населенных пунктов в Казахстане составляет чуть более 20%. Остальные 80%, включая столицу Казахстана, отапливаются углем. А в отдаленных аулах этот уголь доходит до космических цен, так что некоторые аулчане используют в качестве топлива кизяк. Обратите внимание, 21 век, Казахстан один из крупнейших экспортеров газа и нефти, отапливается до сих пор кизяком. Самая распространенная отговорка чиновников о том, что до сих пор не газифицировался Казахстан, это огромные территории, нерентабельность газификации Казахстана. Как это понимать? Значит, прокладывать трубы, газопроводы на десятки тысяч километров и тянуть газ в Европу и другие страны, это значит рентабельно, а газифицировать саму страну, откуда этот газ добывается, это нерентабельно. Как это понимать? Поддержите нашу партию «Алға Қазақстан». Вступайте в инициативную группу через Telegram-бот или по WhatsApp номеру. И тогда, придя во власть парламентским большинством, мы добьемся газификации всего Казахстана в кратчайшие сроки, включая отдаленные аулы. Потому что мы считаем, что государство должно считать, обязано считать рентабельным все, что касается интересов и благополучия каждого казахстанца. Поддержите нашу партию финансово. Скидывайте средства на счет Жасарал Куаншалина. Эти средства нам необходимы для того, чтобы открывать региональные представительства во всех крупных городах Казахстана. Алға Қазақстан!